В созвездии Энергомаш за каждой буквой скрыта история десятилетий, которая до сих пор оказывает на нас свое влияние. История длиною в 90 лет. Энергомаш отметил круглую дату. Праздничный концерт прошел во Дворце культуры «Родина». В первых рядах зрительного зала – ветераны. Они – гордость предприятия. Виктор Семенов посвятил работе на производстве больше полусотни лет. Был сварщиком, инженером, после возглавлял отдел технологической науки. А началось все в детстве. Еще мальчишкой увидел первые испытания запуска ракетного двигателя. «Меня охватило все. И это желание осталось на всю жизнь и по сегодняшний день. Я не мыслю жизни без технологий, без ЖРД». Поздравили сотрудников предприятия генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы Денис Кравченко, глава Химок Дмитрий Волошин. Заслуги лучших сотрудников отметили грамотами и подарками. «Что самое главное на предприятии? Всегда это люди. Поэтому вы наша самая важная, самая главная ценность нашего города. Я хочу вас поблагодарить за ваше бережливое производство, за ваше бережливое отношение к Химкам. И мы, как местные власти, будем продолжать делать с каждым днем вашу жизнь лучше. Строить школы, строить детские сады, благоустраивать территории». Сегодня на производстве работают больше 4000 человек. Многие процессы на предприятии автоматизированы, их регулярно модернизируют. Успех «Энергомаша» и в коллективе. Коллектив и директор предприятия уделяют большое внимание подготовке новых кадров, преемственности поколений, повышению производительности труда, цифровому производству, тем самым показывая всем остальным отраслям промышленности, как надо развиваться на данном этапе. Главная миссия «Энергомаша» – разработка двигателей, потом отработка технологий и уже после передача их на серийное производство. С 1994 года мы создали двигатель РД-180 и осуществляем товарные поставки. На сегодняшний день поставлено более 100 двигателей в Соединенные Штаты Америки РД-180. В 2015 году мы сертифицировали двигатель РД-181. За всю историю существования НПО «Энергомаш» разработали более 60 модификаций двигателей. Сейчас сотрудники реализуют государственную космическую программу по созданию ракеты-носителя «Союз-5». Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.